Это ты. Это твоя девушка. А это шесть друзей твоей девушки. Ревнивая подруга. Никто не любит твою девушку сильнее, чем ты. Ну, почти. Меган? Не-не, перезвонишь потом. Кажется, она не соблюдает личное пространство. Ты не ответила на телефон. Ну, кроме... Извини, только для девчонок. Пойдем, девчуля. Твой парень никуда тебя не отпускает, но ведь с ним скучно, он не богатый. Мужчина больше не может сдерживаться. Ты чокнутая похитительница дружбы! Перебор? Лучший друг гей. Ты знаешь, что он гей, но черт побери. Здесь есть над чем поработать. Пойдем! Он ведет себя так, будто все знает. Лишь потому, что он гей, не значит... А, нормально так штанцы выглядят. Ты выглядишь супер, Абел! Зай, посмотри на себя! Да, тебе нравится этот парень? Нет, ну не по-гейски же. Та, на которую ты запал. Это твоя девушка, твоя половинка. Единственная, которую ты... Зай, а ты знаком с Амандой? А, ну это... Много слов. Слушай, мой друг Карло здесь, пойдем, познакомлю. Ну почему у твоей девушки нет страшных друзей? А потом она говорит: «Ах ты, сучка!» Да ладно! Ты запал на Аманду? Так, думай, Кеннеди, Клинтон, тот менее популярный кандидат. Я полагаю, что как моя девушка, так и ее подруга одинаково горячи. В этом нет ничего плохого! Что? Да не! Она привлекательная, она распутная, развратная. Люблю тебя! Хотел бы, чтобы ты больше дружил с бездомными! Друг, парень. С ее слов, они лучшие друзья уже целую вечность. Их шуточки тебя уже достали. Да ладно тебе! Вся эта их дружба сводит тебя с ума. Ты чувствуешь себя как тот мужик из чистого разума. Может, это нормально, любовь ведь бывает разной. Конечно же, они друзья. Между ними никогда не может быть такой дикой страсти. Так, все, хватит. Все, хватит! Похититель внимания. Она готова на все ради внимания. Как думаете, здесь есть иголки? Ей нравится расставаться больше, чем сами отношения. Марк порвал со мной! Питер мне не звонит. А мама мне не напишет. Я никогда не буду счастливой, как вы, ребята. Сорянчики. У нее жгучее желание делиться всем, что с ней происходит. Я только что сделала самую большую кучу. Может быть, это можно использовать? Ты есть в Твиттере? Нет. Ты просто должна это увидеть. Сейчас покажу. Итак, ты просто набираешь текст. Ребятки, у моего твита про помойку 5 сердечек. Ты сам. Ты любишь свою девушку. Не потому, что она умная и веселая и знает, что такое бигл-пус, но потому, что она твой друг. И как любой хороший друг, ты все для нее сделаешь. Даже поладишь с ее другими друзьями, ведь она как-то ладит с твоими. Чувак, можешь подбросить меня до дома? Я только что обделался.